Здравствуйте. Итак, «Тигровые плески» продолжается, девятая часть, в путь. Осталось два острова, и это радует. Я поставила немножко помощь компаньон, чтобы мне помог. Ну, как видите, я ее не принимала, чтобы показать вам камни. Вот эти по 168. И это я все ставила так. 50, 60, 70, 80 и 168 камней. Есть, конечно, и более мелкая, но сами понимаете, что компаньону ставим покрупнее, выбирая. Как-то так. Ну что ж, я могу продолжать расчищать. Вроде как два острова, вроде как уже не так много, но не забываем, сегодня вторник. Среда пролетит тоже быстро, а там обнова. И мы не знаем, что нас ждет. Честно, вот больше всего я боюсь, что нам дадут лабиринты. Вот честно, я вот к ним сейчас не готова, потому что столько сюжетного и всего остального, столько потраченной энергии, да безусловно, она еще есть. Ну просто там 10, там 6, там это все добавляется, добавляется, накапливается. И просто уже надо, знаете, хотя бы неделю-две чисто отдохнуть от вот таких вот больших количеств расчистки, чтобы так почистил чуть-чуть, налегке, получил подарки, поулыбался и спокойно начал чего-то накапливать, а не так, не устраивать, как говорится, гонки по вертикали. Эти 75, они так смущают, в том плане они похожи на простые, когда до них доходишь, не знаешь, пройдешь дальше или нет, называется это что. 56. Они тут так, этот остров, конечно, обещает быть интересным, называется. 56 хотя бы поубирать, чтобы оно как-то, ну, не мешало, что ли. А тут еще попробую это все повыбирать в общем количестве. Понимаете, это надо бегать со страницы на страницу, искать нужный энергетик для того, чтобы правильно все это потом вырубить, скажем так. Ну что, прорвемся. 8 почищено, осталось 2. И что бы ни было, это уже не так страшно, как начиналось. И фишка в том, что самое такое ужасное, что они могут сделать из этого всего, ну так чисто вот для меня, допустим, не очень было бы приятно, если последний мой остров будет подземный, потому что подземные они самые такие, знаете, ого-го-го-го, затратные. Ну, не хотелось бы затратные, хотелось бы налегке чего-нибудь, понимаете? Легко-прилегко. А сначала я начала ставить помощь, наставила тут на это. Теперь смотрю, что я тут сильно погорячилась. И это все отменяю. Во-первых, сначала еще здесь доступ сделаю, потому что здесь очень такой хороший. В общем, чем больше я убираю, тем туманчика, тем больше я понимаю, что я тут не права в плане того, что я понаставляла. Но я уже убрала все, что я поставила. Сейчас хочу еще чуть-чуть углубить этот туманчик. И тогда я более или менее нормально смогу выставить помощь. Да, я поняла, что мне, в общем, надо немножко сюда. Я, конечно, 75 пока не убирала, но никогда не поздно начать. Это не такое прям сверхъестественное что-то, что нельзя убрать. Все реально можно. Только осторожно. Так, сюда. Не, ну те, которые 160, можно сразу ставить. Правильно? Смотрите, вот 168, 168. 168, а это сколько? О, это 206. Это вообще самый большой подарочек для компаньона, это 206. Ну, чтобы скучно не было. Надо дойти до углов. Самое интересное. Ой, моя девочка танцует. Танцуй, тетя, тя-тя. Так, выйди оттуда. Сейчас мы дойдем до верхнего нижнего угла
И тогда картина будет уже 100% ясная. Типа, что-то будет еще такое удивительное. Или на иен там все. Ну, если ничего удивительного не будет, буду ставить еще 75, там 80. Такое вот. Так, во-первых, надо самой немножко такого выбить, чтобы благополучно увидеть угол. Ха, 47. Кто его просил? Вылетела мне тут энергия, понимаете ли. 29, 30, 40, 75. Я так поняла, что мне одна 75 не поможет, да? Поехали дальше. Тут можно убрать бочонок, он тут не нужен. И вот это, пожалуйста. Ну, один угол мы уже почти заценили и ничего там не обнаружили. Ну, отделались, называется, легким испугом. Ну, это я насчет испуга, конечно, шучу. Ну, в том плане, что ничего сверхъестественного в углу и не было. Да хочется уже эти 10 островов дойти и сидеть ровно ждать подарок. А я, кстати, даже не посмотрела, через сколько там можно будет уже достроить тележку эту и открыть. Ну, правильно, а что ее смотреть, если еще не все... О, нашла! Такие нашла, представляете? Недаром я его искала. Вот он, радость наша, еще один на 206. Сюрприз! А сейчас пойду уже компаньону помогать, потому что тоже набирается. Ну, вверх. Теперь пошли вниз, уже заглянули, рассмотрели, все, что надо, заметили, все, что не надо, не заметили. Теперь идем другим путем. Там тоже могут быть сюрпризы, скажем так. Ну, хотя так явно не видно. 43. 70 надо убрать. Ну, просто закрывает весь пейзаж. Так, вот это вот маленькое, маленькое. Ну, еще маленькое. И это ясно уже, что там ничего. Эти два. Мы старались, да? Сколько островов. Я знаю, что многие уже все закончили. Ну, как-то я вот... Когда нахожу время, тогда и чищу. Я ж не сижу все время в игре. И поэтому так получается, что у меня все это дело затянулось, скажем так. Ну, подождите, еще 15 дней. Я ж не в последний день это все чищу. А хотя могла, зная свои таланты, оставить все на последний день. Так, тут, тут. Ну, в принципе, да, там тоже можно заканчивать и двигаться в этом направлении. И хотя уже там еще вот эти пару туманчиков, и можно смело, как говорится, выставлять 75-81, потому что мне кажется, что у камней поболее уже не будет. Ну, я, конечно, может, и ошибаюсь, но если только плюс один. Где-то там один случайно не заметила. Хотя, мне кажется, если бы он был, я бы его уже заметила. Так, туманчик тут развеяли. Идем сюда. Ой, вот сюда вот идем теперь. Да, вот, смотрите, тут камень на 168. Вот-вот-вот, его не заметила. И на этой веселой ноте, по идее, уже все большие камни будут стоять у компаньона. Я даже не знаю, в каком направлении еще подвигаться, чтобы... Тут еще туманчик. 47. Идем. Так. Ставим. Ой, я почти набрала помощь, а компаньон спит. Это печально. Так. Наверное, будут уже сегодня заканчивать. Жалко, когда помощь сгорает, если честно.
40, так, 56. Ну, в общем, общую картину о девятом нашем острове мы можем уже сложить. Видео можно заканчивать. Всем пока. Удачной игры.